Решение проблемы растущей уральской популяции сайгаков еще не найдено. Напомним, фермеры Западно-Казахстанской области массово стали жаловаться на большое количество сайгаков, которые уничтожают кормовую базу и водопой, из-за чего фермеры несут большие убытки. С целью разрешения конфликтных ситуаций и регулирования популяции сайгаков в областном акимате прошло совещание с участием представителей Министерства экологии. На рабочем совещании по вопросам о регулировании популяции сайгаков руководитель управления природных ресурсов сообщил, что в прошлом году численность сайгаков в уральской популяции составляла более 800 тысяч голов. Сегодня число животных превысило отметку 1 миллиона. Рост численности поголовья сайгаков на территории Западно-Казахстанской области привел к ряду проблемных вопросов. Это высокой пастбищной нагрузки, вытаптывание сенокосных и посевных площадей и нехватки водопоев. Участники совещания добавили, что в последнее время участились жалобы фермеров и сельчан на уничтожение посевов, опустынивание пастбищ и нехватку водопоев. Складывающаяся ситуация вызывает со стороны сельхозтоваропроизводителей и населения негативную реакцию. Мы хотели бы услышать, а что, какой результат? Понимаете, вот то, что международники уже скажут, от этого сайгаки не будет уменьшаться или увеличиться. Вопрос же не ставим мы уменьшать, увеличить. Вопрос, как решить эту проблему. То есть я не случайно сказал, мы боремся с последствиями. То есть теми вопросами, которые, теми проблемами, которые сегодня возникли. Для разрешения конфликтных вопросов Министерством экологии была создана рабочая группа и утвержден план организационных мероприятий для альтернативных путей регулирования популяции сайгаков. Дополнительно то есть, необходима именно поддержка международного сообщества. Поэтому мы запланировали данное мероприятие, чтобы привести сюда. Вот вы непосредственно участвовали 28 февраля, 1 марта. Нам, в принципе, необходимо как бы подкрепление, да, чтобы то, что наши специалисты разработаны, то, что вами было разработано институтом зоологии, университетом Джангирхана, все то есть научные подходы, они давно известны. Ваши предложения по ограниченному регулированию численности мы тоже рассмотрели. Но в том году была то есть, команда разработать административные пути управления популяцией сайгаков. В связи с тем, что основная часть мировой популяции сайгаков находится в Казахстане, очень важно мнение и рекомендации международных экспертов, с участием которых в мае текущего года запланировано посещение Западно-Казахстанской области для анализа ситуации с ростом численности сайгаков, после чего будут сформулированы рекомендации по управлению популяциями сайгаков в Казахстане, включая регулирование оборота их дериватов. Дана Керимбаева, Болот Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42.